представляем вашему вниманию набор посуды Perfectum, дорогие друзья, из нержавеющей стали. 12 предметов. Стоп! Оля, давай подробно рассмотрим. Взгляните. Великолепная сковорода с антипригарным покрытием. Она же сотейник. Высокий борт 5,5 сантиметров. Дальше двигаемся. Объем вот этого ковша 1,8 литров. Дорогие телезрители, посмотрите, как легко, красиво она вписывает интерьер. 1,8 прекрасная кастрюля такого же диаметра. Нержавеющая сталь, многослойное капсульное дно. Объем кастрюли 2,5 литра. Двигаемся дальше. 3,5 литра. Тоже, конечно же, нержавеющая сталь. Это не максимум, друзья. Стоп, вот он максимум. Максимум 5,8 литров. 12 предметов, друзья, уважаемые телезрители. Максимум объема, максимум предметов, максимум удовольствия, но минимум цена. Итак, занимай свое место, Пап, женщина, думаешь, и показывай, как легко сложить это все. Дорогие телезрители, посмотрите. Оп, и, все. Конечно же, вот эта прекрасная сковорода идет в комплекте. Все компактно. Так. И, конечно же, крышки идут в комплекте. Дорогие мои, задайте себе один простой вопрос. Ну что, вы не найдете столько места на своей кухне? Ну посмотрите, я каким, найду. Наверное, ну простите, старым хламом завалены, да, совершенно у нас верно. У всех ящики. Давайте уже обновляться. Совершенно верно, ты правильно говоришь все, Оля. Посмотрите, какой он компактный, сразу впишется, начиная от большой кухни и, конечно же, маленькой. Все удобное качество. Слушай, ну, начинаем как... Подожди, не мешай мне. Взгляните, пожалуйста, я сейчас добавил сюда овощи, я добавил сюда помидоры, добавил лук. Еще раз показываю, смотрите, как я помешиваю. Я хочу даже более показать. Я беру шумовку, беру вот такую вот металлическую шумовку. Подожди, зачем металлическую ты взял? А я показываю, доказываю нашим телезрителям, что с этим покрытием... Ничего не происходит с этой посудой, ничего не происходит. Хотите, чтобы оно немножко дотушилось? Крышки все идут в комплекте. Накрываемое, оно доходит. Итак, Оля, что получает наш телезритель? Удовольствие. Так, правильно. Наслаждение. Выгоду. Выгоду. Разве совершенно нет? Верно. И давай еще про красоту немножко. Итак, буквально пару слов. Давай. Ну, выглядит же здорово, согласитесь. Итак, все посмотрели на великолепные руки. Великолепный маникюр, да, Ольги Шиловой. Я сейчас прячу руки. А теперь посмотрите, нержавеющая сталь. Многослойное капсульное дно. Прекрасная эстетика. 12 предметов. Это не один вы ковш получаете за эту цену. 12 предметов. Кастрюли от малого диаметра. И кончая, конечно же, сковороды. И кастрюли 5,8 литра. Друзья, и главное, это самая низкая цена из всего, что существует. Если вы будете собирать по отдельности, даже не пытайтесь. Вылетит вообще в копеечку. Но не забывайте, это же не только ковш. Есть еще потрясающая сковорода сотейник. Посмотрите, какая большая, какая глубокая. И главное, эстетически красивый набор, который не займет у вас много места. Кстати, заказ не займет у вас много времени. Совершенно Звонки верно. Звонки бесплатные, набрали номер и заказали. Совершенно верно. Оля, подойди сюда, давай проверим с тобой практичность, дорогие друзья. Во-первых, я сейчас, смотрите, я специально буду как играть на барабанах. Во-первых, великолепные, прекрасные вот такие вот ручки, которые не нагреваются. Оля, вот давай дотронься до каждой из них. Еще раз напоминаю, здесь у нас все кипит и все, хотел сказать, все кипит и все сырое. Какое тяжелое. Ты видите, дорогие друзья, посмотрите. Не горячие, потому что здесь ручки пустотелые. Это серебряные ручки, нержавеющие, и они не нагреваются, потому что внутри циркулирует холодный воздух. Еще, смотрите, я показываю здесь. Открываю. О, посмотрите, видите пар? А ручки не нагреваются, они холодные, дорогие друзья. Но, друзья, не забудьте, это не все сюрпризы. Это набор посуды Perfectum. Он состоит из 12 предметов. 12 предметов по одной фиксированной цене. Да. Ждете цены? Ниже? Ниже. Такой не бывает. Не Такого бывает. Не бывает. Не Совершенно бывает верно. Просто. Итак, конечно же, дорогие друзья, Оля, у меня еще есть для тебя сюрприз. Дорогие друзья, у меня есть для вас сюрприз. Потому что вы видели, что мы используем нашу великолепную посуду на плите. Это хорошо. Это все хорошо, да? Но обратите внимание, температура 200 градусов. Тихо. 200 градусов. Там шкварчит. Итак, дорогие друзья, здесь у нас находится наш великолепный ковш. Слушайте, как я через спину развернулся. Слушай, посмотрите. А как же ручки вот эти хромированные? А я сейчас продемонстрирую, дорогие телезрители. Смотрите, я сейчас для начала я достану мясо. Какое здесь получилось хорошее, великолепное мясо. Какой румяный запеченный кусочек. Шипит даже. Да, шипит. Слушай, мы вот так вот выкладываем. И я сейчас смотри, что делаю. Беру вот этот соус и поливаю. Ох, посмотри.
Хорошо. Ой, красота какая! Друзья, приятного аппетита тем, кто ужинает! Слушай, ну я вот буду держать, чтобы горячее. Итак, дорогие телезрители, в качестве сравнения у меня в руках два прекрасных ковша. Взгляните, пожалуйста, что я показываю. Это горячий ковш. Он у меня, посмотрите, не потерял цвет. А вот это холодный. Вы видите, разный. Форму не потерял, цвет не потерял. Качество остается неизменным. Посмотрите, дорогие телезрители. Друзья, у вас есть плюс еще гарантия качества, 15 дней возможности обмена и возврата с любой покупкой. Плюс сегодня вы ничего не оплачиваете, оплата только по факту. Итак, дорогие друзья, конечно же, сюда готов подать прекрасный гарнир. Смотрите, я сейчас... Слушайте, так, что-нибудь тебе подать, наверное. Мне ничего не надо. Я просто показываю, дорогие телезрители. Слушай, точно, ничего не прилипло, ничего даже не понадобились никакие приборы. Слушай, ну я показываю нашим телезрителям, как легко я протираю. Посмотрите, а все остается чисто. Вот посмотрите еще раз. Ты бы передарил, я знаю. Передарил. Вы видите, чистая сковородка, чистая абсолютно. Итак, дорогие друзья, давайте взглянем на блюдо, которое мы приготовили. Посмотрите, здесь великолепная корочка. Мы запекали, еще раз в ковше. Посмотрите, я разваливаю. Посмотрите, какое шпигованное мясо прекрасное. Оля, ты представляешь, какое оно великолепное? Ну что, соус? Да, соус, кстати. Соус. Итак, Оля, в качестве доказательства я еще хочу, ты знаешь, добавить прекрасный соус. Здесь у меня великолепные пьяные ягоды. Смотрите. О, вы видите, термошок. Посмотрите. Они отрезвели. Да, сразу. Мы это помешиваем, дорогие друзья. Кстати, с нашей посуды ничего не происходит. Вы можете мешать и ложкой, можно и вилкой, и шумовкой. Все. Термошоку оно тоже не подвержено. Слушай, посмотрите. Ну тут получается, что в одном комплекте полноценная кухня. Докупать даже ничего не нужно. Ничего не надо. Дорогие друзья, посмотрите. Все сейчас моментально я только поместил и уже кипит. Посмотрите, что я делаю, Оль? Посмотри, я вот этим великолепными пьяными ягодами поливаю. Все совесть не мучает. 10 миллионов телезрителей у экрана слюнки пускают. Совершенно верно. Дорогие друзья, еще раз давайте взглянем. Посмотрите, какой великолепный соус. Ну что? Итак, друзья, заказать этот набор, этот чудо-набор перфектум, 12 предметов. Напоминаю, вот о чем идет речь. Очень легко и просто. А давайте на него тоже взглянем. Давай. Он действительно потрясающий, потому что в нем есть все, что вам необходимо. Друзья, делайте пока звонки, пожалуйста, чтобы мы покушали. Займите операторов колл-центра. Там, кстати, мне сообщили, есть один оператор. А, нет, говорят, все заняты. Ну что ж, друзья, звонки абсолютно бесплатные, и ожидание на линии тоже бесплатно. Одну минутку, и вам заказ очень быстро оформят. Дорогие друзья, не забывайте, кстати, что у нас ограниченная партия. Ну, дай мне сказать. Давай, слушайте, говори. Великолепный вкус, вот это томленое мясо с запеченной корочкой, плюс вот этот волшебный соус на основе вина, карамельного сахара. Слушайте, мясо со сладким соусом, это так здорово. Ой, не говорите. Слушайте, какая у нас хорошая. Мы еще попробуем. А вы получаете прекрасный, еще раз напоминаю, еще раз прекрасный набор из 12 предметов. Великолепная сковорода, сотейник. Прекрасный ковш, да, прекрасная кастрюля, только... объемом начиная от 5,8 литра, кончая 1,8 литра, дорогие друзья. Представляете, все идет в комплекте. Вот он как в собранном виде, вы Давай. Видели набор, а вот в разобранном, давайте его разберем, Давай. И вы увидите, как Слушайте, много предметов но я думаю, получается. Что здесь очевидно и налицо, взгляните, получаете полный набор, выбрасываем свои старые сковородки, они вам не нужны, вы получаете красивый, эстетичный, полный еще набор. Еще одна крышечка. Полностью, полностью готовый Есть. Набор. Посмотрите, какая эстетика. Во-первых, это нержавеющая сталь. Во-первых, это многослойная капсульная. Да. Правильно, давай приоткрой. Ну, давай покажем. Ты приоткрой. Давайте все покажем, приоткроем все тайны. Итак, что ты хочешь нам показать? Я хочу показать, во-первых, великолепное антипригарное покрытие. Клепанные, внимание, вот эти вот ручки. Взгляните, пожалуйста, вот эти клепанные с двух сторон. Чем это удобно? Во-первых, если ты даже кладешь сюда большую буженину или большой пирог, пирог. Кстати, это великолепно можно использовать в качестве противня. Во-первых, многослойное капсульное дно, да? Во-вторых, не нагреваются ручки. Это конечно, практично конечно. И удобно. В-третьих, красивый Красиво. Набор. В-четвертых, полноценный. Вот именно это полноценная кухня в одном наборе. Олечка, ты абсолютно права, потому что правильно, вы получаете полноценную кухню. Вы настоящим шеф-поваром становитесь на вашей кухне, потому что здесь нержавеющая сталь. Можно нашу посуду легко отправлять в духовой шкаф. Выпечка теперь не проблем. Посмотрите, нержавеющая сталь. Что нам дает нержавеющая сталь? Это долговечность.